Итак, друзья, сегодня 2 июля, я нахожусь на ферме Berry Farm, и сейчас как раз самое время собирать витамины для консервирования, заморозки, переработки именно черная смородина. Очень сложный год был этот, начало его, засуха, заморозки минус 5 в мае, но ягода есть. Идет сейчас ее сборка, и видно, что с учетом того, что много завязи было повреждено, подмерзание, но слава богу, смородина есть. Можно ее собирать, перерабатывать, и уже как раз на сегодня, 2 июля, уже ягода как бы имеет характерный вкус, аромат, и это мега много витамин. Также сейчас в это время есть и малина. Итак, две продукции, две ягоды. Это смородина и малина.